вот все думаю. Почему вы своему другу-следователю не сказали про мужика, который у вас ночью был? Мужчина видный, спортивный, через забор махнул что-то Асенбаева. Такому мелкому пакостнику по голове треснуть? Пустячок. Что же вы не рассказали? А мне понравилось, что вы на Карпова валили. Он что, правда, что ли, ночью здесь был? Черт, как же я его пропустил? Всю ночь по участку бегаете? А вы думали, я книжечку почитал и баиньки? Думали, я упущу шанс Машкины деньги прибрать? Ну что, про мужика следователю рассказать? Хочется? Ну как вам сказать? Если бы я был уверен, что ваша доля отойдет мне, а то кто его знает, что там дядюшка насочинял? Поэтому делаем так. Я молчу, вы получаете наследство, четверть отдаете мне. Хорошее предложение. Сколько, сколько? Четверть от всего. И от дома тоже. Заметьте, не все, не половину, только четверть. А почему не все? Ну, чтобы в угол вас не загонять. А то, знаете, загонишь кого-нибудь в угол. А потом тебя самого за этим углом найдут. С пробитым черепом. Этот след другого человека. Возьмите его. Что тут? Опять? Все в сборе. А? Полон двор. Слушайте, я, кажется, облажалась, да? Я денежки на мою тетю, все. А может, я в 8 ушла? А? А до 8 спала, да? И муж мой это подтвердит. Да. Подтвердит. Вы что, меня подозреваете? Даже не думайте. Терять-то мне нечего. Алиби у меня. Инякин Михаил Сергеевич. Что? Мишка? Угу. Опять? Ты ж клялась мне, сука, что с этим уродом покончено. Ну все. Все. Ухожу я от тебя, придурок. К черту пошел отсюда. А деньги? Да плевать мне на них. Инякин, ты мужик богатый. Не то, что ты неудачник. Архипов! Сюда! Что здесь, Андрей Павлович? Держи! Успокойтесь, сказал! Скажите лучше, где мне найти Инякин? Инякин? Инякин спит в мотеле. 13-й номер. Тварь, ты под забором! Заткнись уже, убогий, убогий. Разведи их по разным комнатам. Так, этого батареи пристегни. А вы уйдите, уйдите куда-нибудь, в другую комнату, уйдите! Все. Пойду, допрошу Инякина. Андрей Павлович, крику будет, вы надолго? Я вернусь скоро, пойду хоть немного подышу, сил больше нет любоваться на эту семейку. Все, все, пусти! Петро, садись уже. Боже мой! Тюк! А вы, гражданка Тумаева, не хулигайте? Тюк! Идите в другую комнату ждите. В другой комнате ждите. Да ладно. Алло, Кирилл, здравствуйте. Можно я к вам сейчас приеду? У нас тут ужас какой-то происходит. Это сейчас абсолютно невозможно. Кстати, я почти уверен, все, что там у вас происходит, с наследством не связано. Вы им не нужны. Откуда вам знать? Все, значит, нужны, а я, значит, нет. Ольга, перестаньте. Истерика – это последнее, что нам сейчас нужно. Никакой истерики. С чего вы вообще взяли? Ты кто? Надо поговорить. Кто послал? Сам знаешь, кто. Ясно.
Позвонить дай. О, а вот и хозяйка. Мы же с тобой, Виталий, у нее в гостях. Тут же все ее. Этот коньячок и лимончик. И ты, как тебя там? Ольга Петровна. Да ты что? Ольга Петровна? Ольга Петровна, а поделись наследством, а? Ну, мы же это, ну, из трех там твои родственники, м? А вот что он здесь сидит? Может быть, ему уже съехать? Ну, как, протрезвеет? Куда это? Они с Машкой под подпиской о невыезде. В гостиницу. А кто платить будет? Вы? Богатая сестра. Машенька. А, моя сясь. Вы уже мадам Якина или как? Так. Свидетель Инякин сорвался с крючка. Ой, всего один визит следователя, и свадьба накрылась медным тазом. Какая свадьба? Мася, ты что, замуж собралась? А я? Что это у вас? Коньяк? Угу. Налей. А. Зять, а? Какая же ты все-таки блистательная женщина. Красивая. Знаешь? Выходи за меня замуж. За меня, за своего мужа. М? Пожалуйста. Да. М? Похоже, ты есть моя судьба. Муж такой. По жизни. Да, Ольга, здравствуйте. Алло, Кирилл, здравствуйте. Можете говорить? Ну, в принципе, да, только вас очень плохо слышно. Я в подвале. Здесь целая фотолаборатория. Кто-нибудь видел из домашних, как вы туда спускались? Не, никто не видел, им сейчас не до меня. Ладно. Ольга, мне сейчас неудобно говорить, давайте позже созвонимся. Thank you.
Аня, я, кажется, просил тебя не ходить сюда. Скажи мне, пожалуйста, это что, выше твоих сил? Прекрати, Олег, отпусти. Ну, кому какое дело? Где я гуляю? Ты не понимаешь, какое дело? Они следят за каждым моим шагом, и за твоим тоже. И слухи распускают, что у меня жена сумасшедшая. Ходит по ночам, разговаривает сама с собой. Плачет. Я не плачу. Ну, конечно, ты не плачешь. Еще не спишь, не ешь, с матерью не общаешься. Со мной не... Ну, перестань. Ну, сколько можно? Со мной все в порядке. Не надо меня контролировать каждую минуту. Здравствуйте! Гуляете? Да, вот. Решила прогуляться. Думаю, подышу свежим воздухом. Угу. Ну да. Ольга Костолевская? Ларина. Ларина. А это моя жена, Анна Александровна. Добрый день. Здравствуйте. Фотоаппарат отца нашли? А, да, это... Да, нашла вот. Дай, думаю, пофотографирую, делать все равно нечего. Вы бы по лесу одна не бродили? Ну, днем-то ничего же не может случиться. Ну, мало ли, на всякий случай. Да. Ну, я пойду. Всего доброго. До свидания. Угу. До свидания. О, какой-то вы уставший. Не спали? Что? Сполз с меня заграничный лоск. Все, больше я не какой-то не такой. Ну, все еще совсем не такой. Как там Карпов? Карпов, голову даю на отсечение, ваш Костолевский его шантажировал. Шантажировал все-таки, да? Не подумайте, не из родственных чувств просто. Хотя там дома, конечно, да, сомневаться не приходится. У меня был разговор с вашим похитителем, с Анаприенко. В КПЗ? Боже упаси, в больнице. Так вот, Анаприенко много лет платил Костолевскому. Не знаю, не спрашивал, на чем тот его поймал, но поймал крепко. Ну, Анаприенко даже не знал, что Костолевский мертв. Он не мог его убить. Вот именно. Значит, были и другие. Другие. Леопольд, вот он всюду совал свой нос. Он тайник искал с компроматом, наверное. На место старика метил? Да, хотел, но не успел. А Ирина? Может быть, она что-то видела? Вопрос, зачем она ходила к Карпову? И что Карпов сказал следователю? Женщина вечером зачем-то идет через лес к соседу. Вот с кем бы я поговорил, так это с Карповым. А что, если это Карпов всех убил? Вы видели его ночью? Такой вполне может убить. Я идиотка. Что такое? Что на этот раз? Зачем я Густава только про Карпова сказала? Ведь если он убийца, то я теперь следующий. Спокойно, спокойно. Убивать вас ему нет никакого смысла. Давайте лучше попробуем с ним встретиться и как-нибудь договориться. Встретиться? Как встретиться? В гости его позвать, так он не пойдет. Ну, звоните ему, скажите, что хотите поговорить. Пригласите его, ну, например, в ресторан. Прибежит, как миленький. А там уж я с ним поговорю. Правда? Да, и давайте не откладывать, давайте прямо сегодня вечером. Не, сегодня вечером я никак не могу, мне даже надеть нечего. Нет, особо наряжаться не надо. Давайте как-нибудь простенько. Простенько? Так у меня вообще ничего нет. Я одежды с собой взяла на 3 дня. Так, забыли. Забыли про это. Просто позвоните Карпову и договоритесь о встрече. У меня нет его телефона. Хотя он может быть у Ирины. Слушайте, пойдемте в дом. Мне очень хочется показать вам подвал. У меня есть такая мысль. А что, если в фотоаппарате осталась пленка? В каком фотоаппарате? Вы ходили к Леопольду? Ольга, скажите, пожалуйста, как вы мне разговариваете? Ну что вы так прям сразу? Все нормально. Все же обошлось, да? Да. Вот. Пойдемте в подвал. Не сейчас. Я вернусь через 2 часа, позвоните Карпову и будьте готовы.
Мародерствуете, Ольга Петровна? Ай, как некрасиво. Телефон Карпова нужен. У вас случайно нет? За Петровича взялись. Не глупо. Только у вас шансов нет. Он любит пофигуристи. Попытка не пытка. Ну так что, есть телефончик? Есть! Но с вас причитается. Александр Петрович, здравствуйте. Это Ольга Ларина. Я думаю, нам нужно поговорить. О чем? О моих плетеных туфлях, которые, кстати, мне так и не вернули. Будете продолжать в том же духе? А что, если у меня есть то, что вам нужно? Ну, то, что вы искали ночью. Я ничего не искал, понятно? Понятно. Но все-таки давайте встретимся сегодня вечером в ресторане «Озеро». Часов 8. В ресторане, ладно, давайте. Тем более, что там неплохо кормят. Саня, привет. Ты мне будешь нужен сегодня вечером. Угу. Ой, вы так долго. Я же с Карповым поговорила. Он противный. Очень. Пришлось поднажать. Но все хорошо. Как это поднажать? Ну, просто поднажать. Сказала ему, что у меня есть то, что он искал. Все такое. Оля, вас нужно к дереву привязывать, чтобы на 5 минут отойти. Ну, почему? Я же сказала, я могла промолчать. Что это у вас? Это мне? Примерьте, если подойдет. Спасибо большое, но я не могу это принять. Это неприлично, это меня унижает. Оля, ну что вас унижает? Вам нужно идти в ресторан вечером. Вы в чем пойдете? В этом? Я могу в этом пойти, если ничего другого нет. Сказали бы, что в город едете. Я бы маме сказала, она бы платье передала. У меня есть 3. Давайте так, вы примерите. Подойдет прекрасно, не подойдет, пойдете в этом. Если пустят. Оля, ну правда, я не хотел вас обидеть. Просто для дела нужно. Ну, обидно, ну, понимаете, обидно. Ну, вы моих размеров не знаете. Вот что, если мне все это сейчас не подойдет? Подойдет, я обещаю. Как? У вас какой размер? 44-й? 42-й. Ну, правильно. Ну, 42-й. А туфли? 37,5. Как? А не примерите? Не сейчас. Подвал, пойдемте. Проявитель. Еще нужна вода дистиллированная. Вот она. Отлично, держите. Знать бы еще, кто все эти люди. Вот этот Анаприенко. Точно. А это Карпов. Вот это Карпов. Считайте, нам повезло. Пойдете навстречу не с пустыми руками. Спасибо большое. Значит, они знакомы. И что это может значить? А ничего, если честно. Мы будем надеяться, Карпов так не считает. Испугается, сболтнет что-нибудь. Скорее, я сболтну что-нибудь. Как интересно живут современные девушки. Их мужчины привозят им платья, в которых они ходят на свидания к другим мужчинам. Все контролируете? Часть пропустил, которая в подвале прошла. Значит, ключи у вас?
Так хочется следователю позвонить. Да, кстати, а вам не приходило в голову, что ваша сумочка трагически не подходит к этому платью? Может, оставите? Ну вот, теперь всем видно, какая вы красавица. Только не надо делать вид, будто это ваша заслуга. Переходим к деловым вопросам. С Карповым ни в какие игры не играть. Улыбаетесь, ведете светскую беседу, выводите прогуляться вокруг озера, я иду следом. Понятно? Фото с собой? Да. Отдайте фото. Обойдетесь и не командуйте, а то у меня такое чувство, будто я с мамой разговариваю. Если помните, я обещала ему деловой разговор. О чем мне с ним разговаривать, как не о деле? Да не волнуйтесь, когда девушка выглядит так, как вы сейчас, мужчина сам найдет, о чем с ней поговорить. Отдайте фото. Уберите руки, уберите, вы мне помете всю. Вы что, из кухни вышли? А что тут такого? Проверял, сколько шеф-повар кладет икры в салат. В последнее время стало очень много уходить. А какое вам дело? Оно что, ваше? Да, девушка, икра моя, здесь все мое. Я недавно приобрел этот ресторан. Прошу к столу. Заказывайте. Все за счет заведения. Халява плиз, так сказать. Да. Вы знаете, мне что-то совсем не хочется есть. Может быть, мы с вами выйдем, немножечко прогуляемся. Давайте прогуляемся. Ну, где, девушка, вы собираетесь погулять? А давайте до пристани и обратно. Значит, план был такой. Почему? Потому что он изменился. Меня садитесь, садитесь, садитесь. Кончайте спектакль. Хотели поговорить, вот и поговорим. Зачем к вам приходила Ирина? Затем же, зачем и вы. Задавать вопросы? Я вас умоляю, давайте опустим этот этап и сразу перейдем ко второму. Что у вас на меня есть, барышня? Фотографии. Показывайте. И какую выгоду вы надеетесь из этого извлечь? Я хочу побудить вас ответить на несколько вопросов. А с чего это? С того, что я ездил на охоту с Толиком Анаприенко? А с тем самым Анаприенко, который вчера пробрался к нам в дом. Ночью вы, а днем он. Вот следователь обрадуется. Ой, не смешите меня. Я уже начинаю сомневаться, что вы дочка Костолевского. У вас богатое воображение, барышня. Но ничего у вас на меня нет. А у меня на вас есть. Вот вы, а вот Кирилл Шмелев. Здорово изменился. Я, честно говоря, не узнал его. Зарядно помучился, прежде чем вспомнить, кто это. Не боитесь? Быть девушкой Шмеля – опасная штука. Ну и где ваш герой, барышня? Он же был в ресторане, так? Он на участке. Оп! Ти-дим! А вот и Кирилл Шмелев, показательно благородный. Отпустите его! Отпустите его! Я вам говорю, отпустите его! Отпустите его! Ну ладно, ладно, все. Отпустите.
Давно не виделись. Шмель. Все в порядке, все в порядке. Я смотрю, Шурик, ты основательно подготовился. Охрана по периметру, собаки страшные. Не многовато ли для одного безоружного человека? Откуда мне знать, что ты безоружный? Страшно, да? А чего мне бояться? Деньги я в банке держу. Тебе дорогу не переходил. Да и у меня к тебе претензий нет. Перелезь через забор, гостем будешь. Коньяк, водка, чифир. А чего это ты о чифире-то заговорил? К зоне готовишься? Нет. Это нет. Что-то вы, ребята, явно недопоняли. Что тут понимать? Он вас шантажировал. Все. Папаша-то ваш? Ну да, шантажировал, старый пень. А вы думали, что там что-то подсудное? Вот. Все из-за них. Красиво? А что, девки крепкие. Я из этих девок вашему покойному папаше 4 года деньги носил, как в налоговую. Но! Вот теперь повнимательнее. Только лишь для того, чтобы жена меня при разводе не ободрала. А теперь все. Жены нет. Я год как холост. И мне теперь все это по боку. Ну, деньги не ахти какие. Костолевский знал, что сколько стоит. Я ему платить перестал, он и не пикнул, а тут помер, и понеслось. А что понеслось-то, Шурик? Кто-то другой до них добрался? Кто-кто? Ирка ваша. Нашла фотки, прибежала, думала, я ей платить буду. Ну, я ее послал, конечно. Знал бы, что ее на обратном пути стукнут, корову эту, так, может, ночевать предложил бы. А чего ты тогда ночью в кабинет Костолевского полез? Нервничал, рисковал. А? Не беспокойся, я обо всем позаботился. Тогда ты не выглядел таким уверенным, как сейчас. Знаю его, шмеля. Нарыл, значит. А что, скандал боюсь? Я человек теперь заметный. Думал, если он мне эту статуэтку завещал, так может мне и негативу. Найдет кто, кто и начнется. Еще скажут, что я убил его из-за этих фоток. У меня должность теперь хорошая в перспективе. Что вы следователю сказали? Про Ирку-то? Сказал, что прибегала, мол, денег просить, а я не дал. Ну, в принципе, так и было. Не про негативы же мне ему рассказывать. Одного я не пойму, шмель. Ты-то здесь каким боком? Тебе-то что до Костолевского? Или о барышне решил позаботиться? Да. Вам не понять. Да, куда уж мне. Вон она какая нарядная. Эх, любят тебя девки. Тебе, смотрю, нет. Теперь и меня любят. Особенно те, кто пожаднее. Ну что, есть еще вопросы? Молчанов знает, что ты объявился? Вряд ли. А Череп? У Черепа с этой Иришкой были шуры-муры. Странная парочка. Он байкер, она старая дева. Баландался с ним, девок вокруг нет. А Череп это кто? Ну, он его знакомый. Слушай, Шмель, а я вот думаю, может, Череп в этом деле каким боком, а? Ну, странно все это. Я-то оружие женщины. В самом деле, траванула старичка, думала, разбогатеет, а тут, оп, облом. Не зря же она ко мне явилась-то, а? Ты там это, подумай на досуге. Череп. Про тебя тут Карп с каким-то мутным типом трет. Вы как, испугались? Не, не особо.
Какой-то этот Шурик, знаете, не особо страшный. Я больше за вас испугалась. О, я за вас. Вы простите, как всегда все идет не так, как задумано. Скажите, Кирилл, вы ведь не здешний, я вижу, что вы со всем этим как-то связаны. Ох, как не хочется вас во все это. А придется, вы знаете, потому что я чувствую, что вы играете в какую-то игру, а я в этой игре пешка. Не-не, вы точно не пешка. А кто, слон? Королева. Мне не следовало вам доверять. Да, не следовало. Да, я жил здесь. 100 лет тому назад. Костылевский нашел меня, не знаю как. Предложил выкупить у него информацию. Только не пугайтесь, это не шантаж, шантажировать меня нечем. Это другое. Вот я приехал, а он мертв. Наверное, пленники складываете. И как вы живете с нами смертными? Ну как, тяжело. А может быть, это у вас психическое? Отчасти. Реакция на то, как я жил столько лет. Но я не хочу сейчас об этом. У вас перекись водорода есть? Не знаю, кажется, я видел здесь какую-то аптечку. Ну, вот все, что. Так, и еще капельку. Вы приехали меня спасать и попали в ловушку. В ловушку я попал гораздо раньше. Вот человек. Брать? Возьмите, вдруг что? Слушаю. Слушает она. 11 часов, Ольга Петровна. Еще чуть-чуть, и ваша карета превратится в тыкву. Нет, мне, конечно, плевать. Но если вы помните, то четверть вашего наследства принадлежит мне. И следователь здесь. Так что уж сделайте милость. Поторопитесь. Я поняла. Ехать? Вот интересно, что ты сейчас выберешь? Я выберу тебя, и поэтому я поеду, потому что я хочу, чтобы ты лег и отдохну. У меня ничего не болит, не уезжай. Это у тебя сейчас ничего не болит, у тебя вся рука в синяках. Тебе нужно лежать. Хорошо, я тебя отвезу. Нет. Я всегда хотела порулить такой машиной. Я сейчас возьму ее и поеду, а тебе нужно лежать. Простите. Я могу вам помочь? А, это вы? Это я. Не нужна помощь, все в порядке. Я не знаю, нервы сдали, я пошла прогуляться. А? Давайте я вас подвезу? Да? Да. Спасибо, здесь недалеко. Садитесь в машину. Красивое платье. Хорошая машина. Это не моя, это друг дал до дома доехать.
А вам не страшно так поздно ночью одной гулять? А мне нечего бояться. Моего мужа в округе все знают. Даже последние алкоголики. Но все равно спасибо, что восстановились. А вы дочь Льва Семеновича, да? Олег говорил. Это запутанная история. Ну да, да. Он считал, что дочь. Все хорошие истории запутанные. Плохие тоже. Скажите, а этот дом, где мы с вами встретились, это дом Красновых? Да. Анечка. Ну, слава богу. Здравствуйте, Ольга Петровна. Здравствуйте. А я уж хотел искать тебя. Я не замерзла. Сейчас ужинать будем. Спасибо, что подвезли. До свидания. Спасибо. Давай. А что вы так поздно? Вам же к 12 домой надо. Что, рискуете наследством ради частного извоза? Да здесь недалеко, я до 12 успею. Ну, спасибо еще раз. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. Да, он посадил меня в машину, приставил пистолет. Ну, что вы спрашиваете? Я же уже все подписывала. Ночь на дворе. Обстоятельства изменились, Ольга Петровна. Пишем заново. Какие обстоятельства? Что сам этот, как его, Анаприенко, что он говорит? Он уж больше ничего не говорит. Из больницы позвонили, мол, пришел в себя, попросил следователя приехать. Я приехал, а он уже мертв. Вот так-то. То есть вы считаете, его убили? А я тут ни при чем. Я вообще ничего про это не знаю. Ну, не знаете. Тогда скажите хоть, отчего это вы в вечернем платье? А? Это я не вечернее, это как его, коктейльное это платье. Понятно. Ну и? Карпова ходила. Извиняться. Ага. А я уж было действительно думал, что вы его ночью видели. Я его видела. Видела. Я не за этим Карпову ходила. Что ж ты так неуклюже? Ну, хорошо, хорошо. Идите, отдохните, поспите. Хорошо. Слышали? Маньяк-то помер. Это что ж выходит? Я вас спас, а теперь в тюрьму? Вы чего, руку уберите? Так, что он сказал? Анаприенко? Да какой следователь? Следующий, что он сказал? Чего тут помер? Да успокойтесь, он вам про вас вообще ничего не говорил. Значит так, я не собираюсь. Приплет, я и про мужика вашего скажу, и про ключи. И мы посмотрим, что сильнее, жадность или трусость. Да. Алло. Кирилл, ты спал, прости. Мне следователь сказал, что Анаприенко умер в больнице. Ты когда был у него, ты... Ты думаешь, я его убил? Ладно, смотри. Анаприенко кое-что мне рассказал. Я дал ему свой телефон позвонить, он попросил. Кому он звонил, я не знаю. Он стер потом этот звонок. Это все. Пожалуйста, ничего не бойся. Завтра утром я появлюсь. Поспала немного. Да, но мне снились плохие сны. Про меня? Да. Ты был ты, и ты был не ты, и я не могла тебя узнать. И... Ну, это просто сон. Я тебе все расскажу, все объясню. Когда?
Не сейчас. Мне сейчас надо идти. Куда? Ну, надо с одним приятелем встретиться. С кем? Говори, ты обещал. Витька, ты вчера у Карпова про него слышала. Витька Череп, старый знакомый. Да, я поняла. Это любовник Ирины. Я с тобой. Зачем? Мы с ним не об Ирине будем разговаривать. У нас свои дела старые. Какие? Какие дела? Отвернись. Те самые, из-за которых я 8 лет в тюрьме сидел. 8 лет? Я поняла вчера, что ты в тюрьме был, но 8 лет – это… За что? За участие в убийстве Семена Краснова. Краснова? Ты был с теми, кто убил Краснова? Не был я с ними, не был. Не было никакого соучастия, понимаешь? Понимаю. Кто-то подставил. Славку и Женьку под пулю, меня под тюрьму. Сказали, что я привез их и сидел и ждал в машине. А суд? Суд, улики, доказательства? Со следователем не повезло, он даже разбираться не стал. Ты мне веришь? Так тебе Костолевский обещал рассказать, кто тебя подставил. Ты поэтому приехал, да? Ну, как видишь, он уже не успел. Я даже думаю, не поэтому ли его убили? Не, ну, судя по тому, сколько людям он перешел дорогу, вероятность невелика. Так ты думаешь, что Череп что-то про это знает? Я много времени думал, кто это сделал. Кто из них все это придумал? Это должен быть очень умный человек. А Витька Череп, он… Ну, хотя, кто его знает, может быть, он гениально сыграл свою роль? Слушай, а… Слушай, давай ты никуда не поедешь. Зачем тебе это? Что будет с тобой? Хозяина минимум 3 дня дома не было. Грязно посуде гадаешь? Да нет, по кефиру. Ой, смотри. Сережка, ты чего тут на нее смотришь? Ты ее. Чья? Иринина? Да. Ну и что, вроде бы она как его девушка. Нет, там в лесу у нее одной сережки не было. В правом ухе не было, а в левом была. Вот именно такой, этой? Да. Она вся в крови, а я ее руками. Теперь там отпечатки пальцев мои. Может быть, следователю позвонить? Густаву. Все-таки улика. Вот почему они до сих пор не обыскали дом Черепа? У них 4 убийства на руках. Погоди, обыщут. Как ты думаешь, это может быть он? Допустим, он узнал, что Костолевский решил его сдать тебе. От Ирины? Ну да, они же жили вместе, она могла что-нибудь услышать. Или нет, он даже и не знал, что Костолевский на тебя вышел, просто устал ему платить. Ну или деньги кончились. И поэтому он отравил Костолевского паленым коньяком? А если это она ему помогала? Ирина его отравила? Ты знаешь, она в таком состоянии была, ну как в горячке она могла. И Череп добил Костолевского в лесу, а потом Ирину, чтобы она не проболталась. Или потому, что она лишилась наследства. Эту версию нам косвенно подтверждает Костолевский. Он запрещает Ирине выходить замуж. А может быть, он запретил Ирине выходить замуж, потому что у него что-то было на Черепа? А затем Череп находит и убивает Леопольда, потому что тот видел его возле трупа Ирины. А Леопольд и видел. Я вот слушаю все это и пытаюсь представить Черепа в этой истории. Я никак не могу, не такой он человек. А Сережка? Ну что, он, получается, снял Сережку с Ириной и выложил у себя посреди гаража, чтобы обеспечить следствие уликой? А может быть, она зацепилась за что-нибудь? А потом случайно отцепилась? Нет. Думаешь, подбросили? Не знаю. Надо с Черепом поговорить.
Посиди, пожалуйста, в машине. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно найти Черепа? Где-где? В гнезде! Слышь, а чё тебе Череп? Ты кто такой вообще? О, а это что, у тебя та девка, что ли, которую ты у нас забрал? Оля, сядь в машину, сядь! Не надоело ты еще? Может, ты нам отдашь, а? Скажи, пожалуйста, почему обязательно нужно хамить? Дергай отсюда! Телефон достань! Достань телефон, ухо ему отрежу! Набирай номер! Не звони на этот номер, баран. Я знаю, что меня ищут. Все ищут, все! Какой чувак? На какой тачке? А, типа с дочкой Костолевского? Вот так, значит, да? Слушай, ты это, отправь им сообщение. Огненное шоу.